Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы рады видеть вас на нашем концерте. Сегодня мы представляем новый проект петербургского автора-исполнителя Вячеслава Тимофеева, который объединил вокруг себя ярких, талантливых артистов, лауреатов и победителей международных фестивалей и конкурсов. Мы не будем подробно представлять регалии и заслуги каждого, но мы уверены, что их творчество скажет само за себя. Итак, мы открываем новый проект Вячеслава Тимофеева «В кругу друзей». Да здравствует дружба! А открыть наш вечер мы решили сказочной песней Вячеслава Тимофеева «Седьмое небо». Когда вершатся чудеса, мне явилась милая принцесса. Так уж рассудили небеса. Лепестками роз усыплю поле, за край небосвода уведу. Там не будет суеты и горя, до утра у леса украду. Лепестками роз украшу небо, все тропинки Млечного Пути поведу туда, где раньше не был, где никто не сможет нас найти. Как легко по небесам взбираться, вот шестое небо позади. До седьмого довелось добраться без сердцебиения в груди. Лепестками роз завешу звезды, спи, родная, утро за горою. Охраняют сон живые розы, лепестки бросают в нас с тобой. Нам еще придется вниз спускаться, спи, покуда звездопад идет. Да чего ж не хочется прощаться, пусть земная жизнь нас подождет. Путь назад и тяжестен, и грустен, легче, говорят, внизу дышать. Только нам с тобой на небе лучше. Лепестки на грешный мир сдувать. Вот и облаков седых завеса,
Там внизу опять идут дожди. До свидания, милая принцесса. И в глазах врачей не уходи. До свидания, милая принцесса. И в глазах врачей не уходи. Спасибо.